Какой спецназ? Я только что разговаривал. Послушай, Сергей Соболев. Я только что Сами, я хочу ответить. Я хочу закончить эту реплику. Вы знаете, что пригласите Лапкибайда следующий раз. Он вам расскажет, сколько касок он снял. Михаил. Ваши БТРы бронированы. Вы стоят знаете, сейчас в Луцке, стоят в Киеве. Я пытаюсь поднять. Вот для чего бронированы машины Луцке и Киеве? К чему идет подготовка? Послушайте меня. Для чего каски брать? Для чего каски? Вас? Для чего бронежилеты? Вам. Вы рассказываете про то, очень красочно про свою семью, что с ними вы играете в эти игры. Я еще раз представлю, зачем надо было их уносить, чему вы готовитесь? Пожалуйста. Это вопрос очень важный, к чему это идет подготовка? Хотите, я отвечу? Вот после того, когда вы нашкодите, так как в Грузии, мы готовимся к тому, чтобы еще раз отстоять страну. После последствий, которые вы принесете. Вот услышьте меня, а Бог, который видит все и знает, а я говорю правду, мне не за что краснеть. Если я не могу сказать правду, я промолчу, но я никогда не вру. Бог покажет, кто из нас прав. С Грузией вы закончили, сбежав, оставив гражданство, свой народ, сбежав, выгнанные камнями, посмотрим, как вы закончите в Украине.